время уютной обуви. Премьера. Зима 2022. Впервые мы представляем на телеканале Shop & Show линейку Soft от бренда Wilmer из натуральной кожи. Посмотрите, какая красота, какие удобные, какие теплые. Представит нам эти ботинки, конечно же, Мария Никулина. Кстати, у Машеньки свой обувной салон, где она работает, принимает клиентов. Поэтому давайте послушаем, какую она оценку даст ботинкам Медалин. Итак, действительно, я вообще обожаю новые коллекции, обожаю новые разработки. Тут мы с вами имеем дело с премьерой, с линейкой Soft Step от бренда Wilmer. Причем мы видим ее впервые. Вы первые, кто сейчас ее наблюдаете. Линейка Soft Step дает гарантию того, что обувь у нас с вами мягчайшая. Обувь, которая действительно дарит комфорт, как будто вы находитесь в настоящих обувных, точнее, в настоящих домашних тапочках. Что здесь еще хочется отметить? Конечно же, технологии, которые предусмотрел для нас бренд Wilmer. Это колодка, которая выполнена с помощью 3D-моделирования. Это мягчайшее изделие, причем полностью, посмотрите, мягкий кант, анатомически правильно скроенная колодка. И, конечно же, друзья мои, зимнее утепление, потому что все-таки мы с вами готовимся к зиме. Забываем о том, что мокасин это только летнее предложение. Сегодня ботинки Медалин мы носим до минус 15 градусов. Ну что ж, давай посмотрим, за счет чего нас они будут согревать. Что там внутри? Внутри, конечно же, ваш любимый утеплитель, который состоит из натуральной овечьей шерсти. Мне это очень нравится. Все-таки для наших русских реалий американский бренд Wilmer подготовился по полной программе. Минус 15 градусов. Это та температура, в которой вам в ботинках Медалин будет очень комфортно. Итак, друзья, ботинки Медалин за 5499 рублей из натуральной кожи или натурального спилок. Давайте познакомимся с цветами и модификациями. С удовольствием. Итак, у нас есть спилок, да, вот вариант спилок, это натуральная кожа тоже, имбирный пряник, очень вкусный, который я бы сейчас прям и съела. При заказе будет называться горчичный, либо светло-желтый. Дальше давайте знакомиться. Итак, дальше у нас с вами идет цвет, который я называю горячий шоколад, но для вас он в заказе будет называться кофейный, вот он темно-коричневый, сразу представляю себя в парке с темным шоколадом в руке. А вот здесь прям зима, посмотри, молочный оттенок, ну прям как будто бы снег, да, или зефирка. Ну, видишь, мы с тобой, видимо, хотим сладости, поэтому все ассоциируемся, да, вот. Ну, конечно же, классика в черном цвете, причем, посмотрите, черный у нас с вами идет на контрастной бордовой подошве, то есть, конечно же, всегда у нас с вами идут яркие элементы, ну и цвет глинтвейна, который в заказе называется бордовый. Да, то есть мы уже поняли, да, у нас есть кожаная модификация, да, натуральная кожа, либо натуральный спилок. Выбор за вами. Я выбрала глинтвейн, мне нравится, уже согрелась. Итак, натуральная кожа и цена действующая только сегодня. 5499 рублей. Это премьера от бренда Wilmer, с которым мы сотрудничаем уже около 9 лет. Сегодня для вас максимальные скидки в честь ликвидации. Только сегодня скидка 42%. Смотрите, размеры от 36 до 42. Скажи, как нужно правильно выбрать размер? Итак, друзья, обращаю внимание, что у нас с вами, во-первых, расширенная размерная линейка от 36 до 42 размера. Я понимаю, почему вы сейчас бросили все свои дела. И выбираем мы с вами размер в размер, потому что бренд Wilmer приготовил нам с вами абсолютно уникальную колодку, выполненную с помощью 3D-моделирования, поэтому это всегда безопасная дистанционная покупка. Какие они классные, мягкие, теплые. Хотите померить? Пойдемте в примерочную. Идите сюда. Давайте свою ножку. Мы наденем на вас эти ботинки Медалин и посмотрим, как они будут смотреться именно на вас. Ну как, удобно? Вот о чем мы и говорим. Сегодня вы выбираете не только стильную, не только брендовую обувь, а безумно удобную обувь. Цена уже с бесплатной доставкой в любой регион Российской Федерации. Слушай, ну вот я вспоминаю, когда я только родила Максимку, так, это было давно, почти 16 лет назад, мозгов не было вообще. Помню, даже с коляской зимой выходила гулять, каблуки надевала, жесткую неудобную обувь, зато красивая, зато высокая. Сейчас мозги уже появились, да, у меня, наконец-таки. И я понимаю, что все-таки каблуки это только на выход зимой в экстренных случаях. И сейчас для комфорта, для того, чтобы нога была здоровой, в конце концов, нужно выбирать похожую обувь. Ты права, потому что здоровая мама, здоровая все члены семьи, правда? Конечно. Все начинается с нас, женщин. Итак, бренд Wilmer приготовил для нас абсолютно уникальную разработку. Это новая коллекция, которая называется Soft Step. И я хочу вам рассказать вообще,
что это значит? Это новые технологии мягкости, это новые технологии ультракомфорта для вас на каждый день. Ты знаешь, вообще мне нравится, что бренд Wilmer, который сотрудничает с нами, между прочим, уже 9-й год, каждый год готовит нам новые коллекции, готовит нам новые современные разработки. Итак, посмотрите, линейка Soft Step – это полное отсутствие любых жестких деталей, это мягчайшая конструкция верха, это ваш любимый мокасиновый мыс, который находится как раз-таки сверху изделия, то есть у нас все швы идут именно верхние, внутри у вас максимальный комфорт и максимальная мягкость. Я хочу обратить внимание на то, какие они гибкие. Итак, давайте расшифруем, что такое Soft Stylish, то есть стильный, ортопедик, ортопедический, флексибл, максимально гибкие, и терморегулейшн, то есть это обувь, которая полностью подходит под наши российские реалии, потому что будет прекрасно нас согревать даже до температуры минус 15 градусов. Ну, мне очень нравится спилок. У нас есть кожа натуральная, есть натуральный спилок. Как ухаживать за спилком, чтобы он всегда был в такой вот вариации, как новый, а? Да, вообще, для того, чтобы правильно носить обувь из спилка, нужно просто за ней правильно ухаживать. Используйте специальные средства для спилка. И сегодня, кстати, тот самый день, когда у нас есть даже набор готовый для вот этого. Вот это круто, кстати. За 1199 рублей вы полноценный уход выбираете сегодня для любой абсолютно обуви. И кожные, и спилок, и замшу, действительно. Поэтому сегодня действительно большое счастье получить именно это. Успейте дозвониться. Натуральная кожа в магазинах сейчас стоит дорого, тем более это бренд Wilmer, это брендовая обувь. У нас сегодня действует скидка 42%. С учетом скидки натуральная кожа, натуральный спилок за 5499 рублей. Ну еще и бесплатная доставка в любой регион России. Позвольте себе лучшее. Вы этого достойны. С чем сочетать ботинки, Маша? Итак, посмотрите, мы сейчас как раз увидим все цвета. Вот у нас с вами кофейный, черный. Посмотрите, как прекрасно смотрится с вашим зимним пальто. Или вы наденете свою любимую куртку и обратите внимание на бордовый цвет. И, конечно же, цвет желтый спилок. Посмотрите, это имбирное печенье, которое потрясающе будет смотреться на вас. Слушай, вот у моей мамы высокий подъем. Подойдут ли ей такие ботинки, а? Очень хороший вопрос. Так, посмотрите, я не зря подошла к нашей модели для того, чтобы как раз на все эти вопросы вам ответить. Смотрите, у нас с вами идет ботинки на шнуровочке. И шнуровка помогает нам как раз под любой подъем подстроиться. Вот я специально подошла к Даше, чтобы вам это наглядно показать. Дарья под себя отрегулировала обувь. Но для того, чтобы облачаться в изделие, вы будете просто использовать молнию. Шнурки я рекомендую подстроить только один раз. Вы можете их завязать, можете спрятать их внутрь. Шнурки здесь мягчайшие. То есть вы получаете обувь, которая сама подстраивается под вас. Это бренд Wilmer. Внутри овечья шерсть. Овечка будет согревать и бережно охранять вашу ножку. Зимы будут холодные, впрочем, как и всегда в России. Но мы с вами будем защищены. 5 цветов на выбор. Различные модификации. Либо натуральная кожа, либо натуральный спилок. Выбор за вами. Позвольте себе лучше. Согревайтесь и наслаждайтесь этой зимой.